что в шаббат мы уже не можем ездить на машине, что в шаббат к нам не могут приезжать на машине, что мы больше не можем ходить некошерные в рестораны, что мы больше не можем присутствовать на таких свадьбах с такими друзьями. Потихоньку, после того, как мы проучаем свое общество, доходим до байт авейха, до своего окружения, до близких наших людей. После того, как мы построили свой духовный мир, только тогда, кадош баруху авейха приведет туда эла арт ашер ареха, в то место, которое он хочет нам показать. Если человек не покинет свои привычки, свои страсти, свои материальные, не знаю, мир, в котором он сейчас находится, он не может делать чуву. Чува – это не от слова чува, как бы ответ. Если сделать правильное ударение, называется тешува, от глагола лашув – возвращение, возвращаться. Говорят, чува – это идти против течения этого мира. Говорят, мы похожи, Якова Вину в этом недельной главе сравнивают нас с рыбами. Почему с рыбами? Потому что рыбы, живая рыба, она идет против течения моря. Мертвая рыба идет по течению моря. Она выходит на берег. Живая рыба идет против течения моря. Она идет против всех. Ты хочешь быть живым? Живая душа, чтобы у тебя была, начинайте потихоньку, как Авраам Авину. Вот все секреты еврейской души. Ради Всевышнего человек, что он не делает? Никто не обещает человеку, который делает чего, это так легко. Человек, который уже хочет делать чего, он должен на себя брать кашрут. Вот так он начинает путь. Человек, который хочет, чтобы ему было легко, он должен начинать потихоньку кушать кошерную еду. Он не может идти в рестораны, где по субботам работают, где нету там даже кашрута. Он не может кушать и угоев от угоев. Кашрут очень важную роль играет в духовных мирах. Человек, который хочет познать Всевышнего, он должен потихоньку начинать соблюдать шаббат. Шаббат называется час, два. Как ты можешь потихоньку начинать соблюдать шаббат? Начинать учить алахот. Барух Хашем, сегодня хватает где-то всему учиться. И только тогда авиха приведу тебя к тому, что я для тебя готовлю. Дайте мне открытие, как у иглы, говорит Кадош Барху, я вам открою всем своему миру. Дайте мне открытие, как у иглы. Откройте Всевышнему. Дайте Всевышнему желание, чтобы он открылся вам. Чтобы он, как Авраам Авину, авиха алар, арец ашер ареха, чтобы он принес нас в ту страну, которую он для нас приготовил. И сразу у нас идет недельная глава после Лех-Леха «Ве Ира». «Ве Ира» в переводе «Ира», да, показывать. И показал. Что показал? Все, что мы сейчас показали. Кадош Барух Ху говорит душе. Вот ты была в утробе матери, ты был в больнице. Ты уже знаешь, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Ты хочешь кушать, я тебе дала такой между сигнал плакать. Тебе плохо, ты должен плакать, получи свое. Как-то ребенок понимает, ему показывают. И он как-то себя подзнает в этом мире. И хочу подчеркнуть вот эту точку. Человек, как дороги, которые выбирают, его ведут, ему показывают. Человеку, если суждено быть актером,
певцом, скрипачом он будет. Вопрос, где мы будем это делать? Где мы будем петь песни? Не дай Бог, человек может быть. Я сейчас говорю, не хочу никого не задеть, просто это урок Торы. Я привожу алхатистские примеры. Если на женщине возложено красивый голос, или она может быть рабанит, который делает афрашот хала, она может быть там песни петь, она может своим голосом приблизить людей к Всевышнему, обучать урок Торы. То же самое с мужчиной. Он может быть пейтаном, хазаном. Пейтан – это который с музыкой преподносит Торы недельной главой. Хазан – то же самое в Бет-Кнессе, который находится. Или этим же голосом человек, как бы по законам цниута скромности, женщина не может голая петь в барах с мужчинами и тем более нарушать шаббат. Это будет против воли Бога. Но ты будешь петь. Вопрос, ты будешь петь по желанию Бога или против желания Бога? То же самое скрипач. Ты можешь играть в каких-то против аллахиотических законов местах, или ты можешь играть с каким-то великим равом. То же самое. Могу привести пример. На человеку в судьбе написано, он прольет кровь. Ты можешь быть, если ты выбрал плохой путь, убийцей, или ты можешь быть муэль, который делает обрезание. Ты можешь быть шохет, который делает кошерную шхиту. Есть много примеров, что человек вложен на тебе природой. Это тебе дано, это твой талант. Мы все должны делать, как творец, чтобы все было во имя Всевышнего. Сразу после недельной главы Вейра проходит Хаей Сара. Маза Хаей Сара рождается, идет жизнь. Хаей, правильно? От слова лихьот. Мы родились, и мы начинаем жить. Что это начинается жить? Жизнь, она начинается, ребенок начинает ползать, ребенок начинает говорить, ребенок уже потихоньку понимает, его наказывают. И так идут жизни, годы человека. После Хаей Сара у нас идет недельная глава Толдот. Плоды. Мы начинаем становиться людьми. Мы начинаем давать в этот мир что-то хорошее. Говорят, когда человек уже начинает, да, быть в разуме, познании, сознании, что он может дать для Всевышнего хорошее. У мальчиков это в 13 лет, а у девочек это 12 лет. Бар-мицва, бат-мицва. В день бар-мицвы в душу ребенка входит его частица ецератов, и у девочки в день бат-мицвы заходит ее ецератов, частица ецератов. До бат-мицвы, бар-мицвы у детей нету ецератов, только ецер-ара. Из-за этого сегодня импроактивные дети, не бойтесь, это период, это пройдет. Безрат Ашем, силой Торы, молитвой, материнской молитвой это пройдет. Мы начинаем находить себя в этом мире. Мы знаем, что уже дозволено нам, что нельзя нам. И проходит недельная глава Вейце. И что такое Вейце? Каждый выходит куда-то. Мы идем в школу. Потом у нас идет период университета, факультет. Не знаю, что хотите назвать это, там, курсы. Каждый человек вейце и выходит. Мы выходим в этот огромный мир. Познать вот этот мир. Начинаем искать себе профессию. Начинаем искать себе дорогу, людей, где нам комфортно, где нам хорошо там, чтобы нам было хорошо. Каждый уже знает, с кем он должен бороться. От кого это мы учим? В недельной главе Вейце говорят
Вейце Исава Раша перед Якова Вейну. Якова Вейну столько прожил у Лавана Раша. Столько он прошел, и вдруг опять борьба. Борьба с кем? С Амалеком. С Исава Раша, с его собственным братом. И что у Якова Вейну делает? Опять он борется. Он борется с ангелами, не просто так еще. Он поклоняется 7 раз для того, чтобы выжить и спасти свою семью. Как называется, спасти свою шкуру. То же самое, то, что мы делаем. Иногда жизнь заставляет нас поклоняться, показать Ецерара, вот ты победил. Не стыдно просить прощения, спустить голову, сказать, да, я виновата. Лишь бы было в доме мир, лишь бы было бы в этом мире мир, покой, чтобы люди нас оставили в покое. Говорят, нахат коним бекесев, спокойствие покупайте деньгами, лишь бы люди нас оставили в покое. То же самое, у каждого из нас есть свой Исава Раша, он называется Амалек. Этот испытания могут пройти на рабочем месте, это испытания могут быть с людьми, в семье, с детьми, с соседями. У каждого из нас период, каждый период жизни мы с какими-то проблемами сталкиваемся. Главное не сдаваться, бороться, не просто так бороться. А Иакова Вину уже боролся настолько, насколько человек духовный к Всевышнему, настолько испытания с ними растут. Иакова Вину уже не боролся просто с людьми, уже ангелы вышли против него. И повредят ему ангелы Всевышнего. Ангелы завидуют нам, чтобы вы знали. Человек, который в духовных мирах, он идет в духовных путях, и его останавливают, это самый хороший знак, как наш Рава Гаон Яни Васой говорит. У тебя есть испытания, тебе вредят, тебя останавливают, значит, ты на хорошем пути находишься. Иди, продолжай там, где есть у тебя испытания. Почему? Это уже не люди тебя останавливают, это ангелы. Вевгюбо Малахе Ашем. И потом у нас идет после Парашат Вейце Веишлах. Маза Веишлах от глагола Лишлох. Мы можем это еще разделить Шалех. Каждый из нас, мы посланники Всевышнего в этом мире. Шалех. Шлехим Товим, чтобы у нас были, говорят. На кавказском говорили Шалехо Горду Емура. Хуба Шалехо. Азид Канат Худаду Мномя Миша. Аумин. Шалех. Мы должны быть хорошими шлихи. Мы должны побольше принести и забыли в этом мире. Кадош Баруху все сделать, чтобы в этот мир, в этот час мы были в этом мире и сделали какое-то испытание, свой тикун. На иврите называется «Бемикомха ишвиуха», «Бешимха икруха», «Мишилха итнуха». На твоем месте тебя посадят, а то, что на тебя уже написано, тебе дадут Мишилха и Тнуха, Мишимха и Круха. Твоим именем же тебя назовут. Ни больше, ни меньше. Все, что тебе дано, оно будет твое. Не то, что тебе не дано с небес, оно не будет твое. Это могут быть, это наша пара, это количество денег, это наши дети. Мы должны быть шлихим товим. Каждый человек, который заходит в нашу жизнь, они шлихим товим. Посланники Всевышнего в нашу жизнь. Есть хорошие посланники, есть плохие посланники. Из-за этого Кадош Барух Ху нам дал утреннюю молитву. Мы говорим, «Тархикени ми эцерара, ми лашонара, ми айнара, ми пигара, ми хавера, ми шахенара». Кадош Барух Ху, отстрани меня от глаза дурного, от лошонара, от плохого соседа, от плохого друга. Это все есть у нас в неделю, в утренних молитвах. А здесь плохое. Мы должны уметь просить у Всевышнего, чтобы он нас устранил, чтобы мы могли свое посланство сделать правильно. Вейшлах. И потом приходит глава Вейшев. Вейшев. Что такое Вейшев? И сядет. Присядет Вейшев Яков. Яков приходит, сидит.
Он убежал от Лавана, он убежал от Эсава Раша. Вроде бы у него все есть в жизни, жена, дети. Он должен сидеть. Построил шатры, сидит. Всевышний говорит, нет. Пейнадам нолад ла амаль. Человек рожден для амаля, чтобы он что-то давал для себя в этом мире. У тебя есть твое посланство. Когда же Барху, ты хочешь сидеть, он послал ему испытание на 22 года с Йосефа Цадик. Йосефа Цадик, его братья его бросают в яму, и оттуда Йосефа Цадик проходит все испытания мэра, и Яков страдает 22 года испытания. Нету такого в нашей жизни. Человек вроде думает, да, вот он женился, она вышла замуж. Родились дети, пошли внуки, уже пенсия, хочу отдохнуть, и вдруг старость стучит в его дверь, и вдруг он болеет, вдруг нужно идти в больницу, вдруг анализы, вдруг нету покоя в этом мире, нету покоя. И после недельной главы вещи проходит микец, слово конец, кец. Называется конец. Это конец называется 120 лет всем нам, чтобы мы все удостоились здесь сделать свой тикун в этом мире. Приходит смерть. От этого никто еще не убежал. И человек должен сделать все, чтобы у него прожил достойно. Тов, шем тов, мишамин тов. Хорошо, хорошее имя от хорошего масла. Человек должен сделать, чтобы от него осталось хорошее имя. Хорошие дела. Не во свое имя, свое хваление. Во имя Всевышнего. Почему? Потому что сразу после недельной главы Микец проходит недельная глава Ве-Игаш. Подступил, подошел. Игаш от слова Лагиш. Подойти. Куда человек подходит? 120 лет. Суд.